Судьба жестко обошлась с сыном Рембрандта, Титусом. Отец писал его в разные периоды жизни, не скрывая своей любви и гордости от того, что юноша на его глазах становится настоящим художником. Но, к сожалению, Титус умер в 1668 году в возрасте всего 27 лет. В большинстве портретных образов 40-х-50-х годов Рембрандт подчеркивает те стороны внутреннего мира человека, его отношение к жизни, которые в большей мере были свойственны ему самому. Недаром часто говорят об автопортретности многих его образов. Известные исключения составляют портреты близких. Портретируя своего сына Титуса, свою вторую жену Хенрике Стофельс, Рембрандт особенно дорожит и не хочет поступиться своеобразием духовного мира этих людей. Он видит в них иные стороны человеческой красоты, нежели в других портретируемых. На полотне Титус изображен сидящим за столом с листами бумаги. В левой руке у него пенал для пера и чернильница, в правой – само перо. Мальчик смотрит вдаль задумчивыми глазами. Титус, как и его отец, мог прекрасно рисовать. Он часто изображал пейзажи. Возможно, на полотне мальчик рассуждает о своих мечтах, о сюжете будущей картины, или он просто хочет что-то написать. Титус сидит за высокой конторкой. В левом углу можно видеть подпись художника. Картина эта выполнена мягкими красками, богатыми полутонами и оттенками коричневого цвета, которые оживляются красными рукавами и беретом, а на лицо и руки падает теплый луч света. Дата, определенная в ходе реставрации, вполне правдоподобна и соответствует стилю работ художника этого периода.